Идешь? Я думал, в офис зайдем. Нет. Давай в машину. Хорошо. Здесь эксклюзивный контракт на поставку на 3 года. Как только подпишешь, получишь вот это. Хорошо. Передумал? А? Нет. Ну так что, берешь или нет? Нам ехать пора. Да как-то странно. Заметил, что начинает трясти, когда я... А знаешь, здесь место такое. Трясло, трясет и будет трясти. Да, ну, это странно совпало. Суеверный, что ли?